Давно мы не снимали лесную поляну. Сегодня у нас 15 февраля 22 год. Солнца у нас нет. Вчера солнышко вроде было, уж не было, даже не помню. Мне кажется, у нас его никогда нет. Нет, в лесной поляне солнце еще есть днем. Я понимаю, да, сейчас, конечно, уже вечер. Время 6 часа. В лесной поляне есть парк под названием «Лесная сказка». Вот, есть такой вот мост. В парке есть каток. Две деревянные горки. Есть пруд. Ну, сейчас его, естественно, нет. Дети там катаются с гор. И прямо в этот пруд. На улице идет снежок. Везде много лавочек. Красота. Снег. Вот эти вот дома яркие, это тоже. Кстати, мне кажется, раньше они были ярче. Ну, не просто от снега так кажется. Три дома. Они сделаны буквой П. Закрытые дворы. Это тоже лесная поляна. Подразделяется на несколько райончиков. Вот это три дома «Лесная сказка». Там вдалеке у нас есть бесплатная библиотека. Положи книжечку, возьми другую книжечку. Принеси еще одну книжечку, кто-то другой возьмет эту книжечку. Вот это детский сад. Кстати, в лесной поляне 6 детских садов на нашей стороне. Если ехать по дороге, вот когда уже в лесную поляну заехал, проспект Михайлова называется улица, если ехать по правой стороне, мы находимся, по этой стороне 3 детских садика и школа, и по левую сторону тоже 3 детских сада и одна школа, состоящая из двух. Там как-то 2 школы сразу вместе. У них одна территория. Березка. Жалко, конечно, что сейчас не день и нету солнца. Когда солнце здесь очень красиво. Но все равно не всегда же солнечные денечки. Вот в этих дворах очень красиво. Мы как-то вот не так давно даже туда попадали. То ли там какой-то праздник проходил. Туда не попадешь просто так. Так только что если к знакомым зайти. Потому что дворы закрыты. В дворах очень красиво. Они большие. Там есть ручейки, фонтанчики. Ну, красотень. Вот здесь вот летом находится озеро. Оно очень красивое. А вот на этом островке, вот он, островочек, на нем даже есть фламинго. Вот так вот. Так, сейчас пойдем дойдем в сторону горок и в сторону катка. Свет, что ли, бы уже включили бы. Ну, темно почти, да? Я думаю, сейчас включат свет. Будет повеселее. Каток сам лед светится зеленым цветом. Ну, если, конечно, его не занесло. Но его здесь очень часто чистят. Каждый раз приходишь, и он так начищен. Прям вообще. Как будто машина с него уборочно не съезжает. Вот они, горки. Но на горке пока никого нет. Здесь у нас находится первопрокат. Вот этот вот такой сарайчик. В той стороне продолжение проспекта Весеннего. И находятся таунхаусы. По-моему, от 98 квадратов до 227 квадратов. Таунхаусы все двухэтажные, но есть и трехэтажные.
Ну, трехэтажный катанхаус, это, конечно. 227 квадратов дом настоящий. О, у нас даже шары белые. Вообще все везде одного цвета, у меня такое ощущение. Каток нечищенный, да. Ну, видно, внизу под снегом каток зеленого цвета. Угу. У нас каточек, вот он. Вон какой зелененький. Он, конечно, ну, прокат уже работает. Кузбасс в Новый год. Здесь у нас, что это у нас? А, Маш? О, у нас там вон то здание. Это зоопарк, Вовкин двор. Очень там даже прикольно, особенно летом. Можно прийти, там так уютненько, пофотографироваться. Животных немного, конечно, но прикольно, красиво. Дед Мороз есть со снегуркой, вот они. Так, площадка детская у нас новая. Была старая, ее заменили на новую в этом году. Что тут еще? А вот на этих лавочках я все время сижу летом, когда солнышко, можно позагорать, блин. Так, идем дальше. Идем по катку, который нечищенный и не катается. Хотя тут тоже можно навернуться. Пойду-ка я здесь с краешку. Что у нас здесь еще есть? У нас есть горы, по которым можно полазить. А, вот она, вторая горка для маленьких ребятишек. Елка. Вот это зеленое сооружение. Здесь можно складывать свои ненужные вещи, маленькие, да. А, их потом заберут на благотворительность. Вот этот ларек желтого цвета. Это у нас летом работает здесь. Ну, здесь картошку вкусную готовят. Водичку продают. Потому что, когда жарко, конечно, охота что-нибудь попить холодненького, поесть мороженое. Вот этот вот домик, это... Господи, наша безопасность. О, Дед Мороз. Сфотографировали. Идем дальше. Вот она, детская площадка новенькая. Вот где вот эти горы, где вот этот шарик стоит. Все окружили лентой, чтобы люди с гор не катались. Есть желающие прокатиться, но потом, когда наступает весна, оказывается, что все кусты сломаны, все елки побитые, все деревья раздолбанные, поэтому вот охрана все время здесь ходит, патрулирует, просит, чтобы не катались, иначе будет штраф. Тренажерчик, да, может, такой небольшой, даже? Новенький, хорошенький, залазь, позанимайся. Не, в лесной поляне, конечно, все красиво. Мне кажется, везде всегда новые лавки, если они становятся старые, изменяют. Вон там, перед парком, находится магазин «Мария Ра». Мы сейчас возле него пройдем. На территории этого же магазина находится магазин «Novox», там все для дома. Ну, всякие такие мелочи. Пакетики мыльно-рыльные. Порошки, да, шампуни. Вот она какая площадочка. Наверное, совсем плохо видно, конечно, снег идет. Вот в этом доме проспект Весенний, 6. Находится... магазин, который у нас сейчас везде открылся, красное и белое. Красное и белое. Как второй называется? Маш? Бристоль. Бристоль. Да. Это магазин, не знаю. Специально, наверное, открыли, что магазины не пивточка назывались. Они еще продают продукты. А в основном, конечно, там, мне кажется, пиво, алкогольная продукция. Зато там прекрасные цены. Все дешевле.
зоны Wi-Fi бесплатные. Якобы. Не знаю, может быть, конечно, эта зона Wi-Fi работает, но может быть летом. Так. Забрались повыше. Вон туда, если пойти. Вон туда. Там такие домики, они похожи, как будто домики на море. Даже улица называется Лазурная. Так, у нас здесь магазин красное и белое. Сбербанк. Таких Сбербанков я у нас еще не видела. Он вообще какой-то весь модернизированный. И там же находится Сбераптека. Работники сидят так все свободно. Буквально 3 сотрудника за столами. Потом у нас там кафе «Шишки» находится. Прикольно там готовят. Какая-то студия красоты. Ну, для меня она непонятная. Во-первых, туда просто так не зайти. Не знаю. Росцветторг есть, где можно купить цветочки. Потом находится пункт выдачи в Валбрис. Потом ОВУМ. Медицинские анализы можно любые сдать. Сделать. Наверное, может быть, к врачу сходить. Я так понимаю, там же, наверное, уши кололи. Там где уши кололи? А, в студии? А, ну наоборот, мы то зашли. Нет, там тогда хорошо. Потом там опять цветочный магазин. Почему-то два в одном доме. Потом пункт выдачи Озон. Магазин Котопес. Магазин, там есть канцелярии. Так, все, заканчивается у меня голос. О, вот здание. Магазина Мария Ра. Оно одноэтажное. Здесь есть... А, ну я уже сказала, Мария Ра, Новекс. Все для дома. Потом пэт-шоп какой-то для животных. Неплохой, неплохой, да. Раньше там сидела тетенька, которая продавала журналы, книжки, но почему-то ее нет. Кстати, удобно было, когда был ларек с книгами, да? Журнальчики, я не знаю. Мы покупаем журналы, например. Сейчас даже сходить некуда, купить какой-нибудь журнал, какую-нибудь книжку. В Марии Ра также можно купить что-то перекусить, кофе попить, потому что там есть кофейня, такая небольшая, прям небольшая, это наподобие. Ну, это, конечно, касс. Магазин Марии Ра. А, да. Кафе Рама называется. Я даже завод называется. Кофе Рама, да? Кофе Рама. Магазин Мария Ра. Здесь у нас парковка для машин. Но она очень большая парковочка. Здесь у нас еще есть магазин Бегемак. Аптека. Заснимаем территорию возле нашего магазина. Возле двух больших, огромных наших магазинов, да? Вот Мария Ра работает с 8 утра до 11 вечера. А Бегемаг тоже с 8 до 11. А в здании Бегемага находится... О, Маш, смотри, какие игрушки висят. Вот. Классные, да? Такое ощущение, что кукла с этикеткой висит. Видно. Так, а в здании Бегемага находится вокруг свои входы есть Мария, ой, фу, Волкова, да? Как это называется? Калина-малина. Пивнушка. Как она называется? А, много пива. А еще какая? Где даже пиццу-то делают? Бир-сити. Да, Бир-Сити. Потом находится овощной фруктовый ларек. А, так, находится кофейня, которая номер один в нашем городе. Блин, ну мне сейчас кажется, что вообще ничего не видно. Звезда. Что еще здесь в этом здании находится? Ну, с торца туалет. Бесплатный. Если кто не знает, он работает с 10 утра до 6 вечера. Это мы знаем, это то, что там вывеска висит. Здесь можно купить шаурму, детские вещи в этом же здании.
корейскую. Снежок, да? Где? О, смотри, какой снег красивый. Страстно как. Как страстно. Кого-то съели. Да. Так, мы сейчас покажем вот эту сторону. Подожди секундочку. Вот на этой стороне находится Калина Малина. И забыла. Пиво. О, свет включился. Класс. Потому что стало вдруг темно. Заснять наш шикардосный снег. Пойдешь искать? Сходи. Вокруг все поснимаем и пойдем домой. Ой, собачка сидит, ждет хозяина. Вот там я пришвартовал. Может быть, она гавкает на кого-нибудь, можно не знаю. Где она гавкает? Мы решили поснимать немножко снег. Ищу, где идет снег. Снежочек. Вдруг у кого-то снега нет. Вот так он выглядит. Белый чистый снег. Вечером, конечно. Зато вечером видно на нем бриллианты.